Боксер – это статная, сильная собака с прекрасно развитой мускулатурой. На общемировом уровне боксеры считаются одной из самых сильных и выносливых пород. Эти характеристики в полной мере отражены в их внешнем виде. Рост боксера может достигать 63 см, а его вес – 30 кг. Тело боксера квадратного формата, костяк крепкий, мускулатура развитая, рельефная, сухая. Холка выделена, спина мускулистая, прямая и короткая, круп слегка наклонный, таз довольно широкий. Конечности ровные и мускулистые, шея сильная, мощная и мускулистая, грудь развитая и глубокая. Голова пропорциональна телу, морда объемная, широкая и мощная, переход от лба к морде резкий. Зубы крупные, крепкие, клыки широко расставлены. Нижняя челюсть выдается вперед и слегка изгибается вверх, тип прикуса – перекус. Глаза темные, взгляд энергичный. Мочка носа крупная, с широкими ноздрями, черного цвета. Уши посажены высоко, в спокойном состоянии прилегают к скулам. Хвост высоко посажен. Шерсть боксера короткая, плотная, жесткая и блестящая. Окрас тигровый или рыжий с черной маской, допускаются белые отметины. У боксеров спокойный, уравновешенный темперамент. Дома эти питомцы ведут себя тихо и скромно, а на прогулке с радостью вливаются в активные игры и резвятся от души. Боксеры ценят заботу и всегда нуждаются во внимании хозяев, стараясь как можно чаще находиться рядом с главным для них человеком. Несмотря на добродушие и дружелюбие к членам семьи, с незнакомцами боксеры ведут себя довольно холодно. Эта собака легко уживется в одном доме с кошкой. А вот с другой собакой скорее всего будет конфликтовать, так как боксерам от природы свойственна задиристость. А еще боксеры – довольно хитрые собаки. Наблюдая за членами семьи, они делают для себя выводы, у кого можно выпросить вкуснятину, кому можно забраться на колени, а с кем нужно ходить по струнке. В воспитании этой собаки нужно быть последовательными и в меру твердыми. С первых дней пребывания питомца в доме нужно доносить до него, что можно делать, а что нельзя. Боксеры проявляют агрессию только в крайних случаях. Они никогда не заливаются лаем и могут лишь глухо гавкнуть в качестве предупреждения. Эти собаки от природы любопытны, сообразительны, смелы. Они легко поддаются дрессировке, но подход к обучению собаки должен быть правильным. В целом, боксеры – неприхотливые питомцы. Это хороший выбор для неопытных собаководов и тех, кто впервые решил завести собаку. У боксеров сильное, развитое тело, но здоровье этих собак не назовешь титаническим. Суровый охранник может легко простудиться от холодного дуновения ветерка и нередко схватывает ревматизм. Поэтому от продолжительных прогулок в дождливые и холодные дни лучше отказаться, а по приходу домой шерсть питомца нужно обязательно тщательно высушить. При хорошей погоде продолжительные прогулки и сильные физические нагрузки боксеру просто необходимы. Это залог хорошего самочувствия собак, их активности и гармоничного развития. Боксеры склонны к лишнему весу, поэтому их рацион питания всегда следует контролировать. Повышенного внимания требуют чувствительные глаза собаки. У боксеров нередко наблюдается покраснение глаз, что является реакцией на пыль, семена. Лучше всегда брать с собой на прогулку чистую салфетку и лосьон, чтобы в случае необходимости удалить из глаз питомца загрязнение. Также проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом, он порекомендует успокаивающую мазь. К сожалению, живут боксеры не очень долго, обычно до 10 лет. Однако в некоторых случаях при безупречном уходе эти собаки доживают и до 15. Предками боксеров были буллон-бейсеры, которые использовались для охоты и травли быков. Их изображение можно увидеть на многочисленных источниках 17 века. Эти собаки были распространены на территории Западной и Центральной Европы. Но буллон-бейсеры лишь отдаленно напоминали современных боксеров. Порода, известная нам сейчас, начала формироваться только в 18 веке. Считается, что в 19 веке во время селекционных работ в Германии были задействованы немецкие и английские бульдоги, и стандарт породы постепенно стал складываться. Запретом на собачьи бои, бойцовые качества породы стали неактуальными, и селекционеры взяли курс на развитие рабочих и компанейских качеств. Так, боксеры стали отличными охранниками и пастухами, добродушными домашними питомцами. В 1910 году семьей Штокманов был представлен идеальный боксер будущего, им удалось создать современный тип боксера. Со временем, боксеры полностью переквалифицировались в добрых домашних питомцев и идеальных компаньонов. Сегодня боксеры – это отличные сторожевые собаки, телохранители и поводыри.
Они часто работают в полиции и, конечно, являются прекрасными домашними любимцами. Своим названием породы обязаны интересному качеству собак, они могут драться передними лапами, что напоминает боксеров на ринге. В военное время боксеры успешно несли службу. Они проявляли разносторонние таланты и могли работать как санитарами и связистами, так и караульными. Кровь боксеров универсальна, она совместима с кровью всех собак. Среди боксеров немало почетных доноров, и самый известный из них – пес Винстон, спасающий жизни регулярно. Боксеры – любимые питомцы Пикассо, Сталлоне, Робина Уильямса и других выдающихся личностей. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.